Всем привет! Меня зовут Александра Вилова, и я являюсь юристом по банкротству физических лиц, десятилетним стажем работы. Что будет с вашей кредитной историей после процедуры банкротства? Ходит очень много слухов, мифов и заблуждений о последствиях процедуры банкротства. В том числе, что после прохождения ее невозможно взять кредиты, а также ваша кредитная история будет испорчена. Давайте разберемся, так ли это. Итак, что же такое кредитная история? Это непосредственная информация о всех ваших кредитных обязательствах. Что же влияет на ее формирование? На ее формирование влияет непосредственно вы. То, какие займы, кредиты вы берете в различных кредитных организациях, такие как банки, микрофинансовые организации, ломбарды и так далее. И непосредственно, каким образом вы исполняете взятые на себя кредитные обязательства. Что же происходит с вашей кредитной историей после прохождения процедуры банкротства? После того, как все долги с вас списываются, банк, который является вашим кредитором, обязан отправить данную информацию о списании с вас всех денежных обязательств в бюро кредитных историй. Таким образом, в кредитной истории будет отображаться информация о том, что вы проходили процедуру банкротства и о том, что ранее у вас имелись кредитные обязательства. Другой вопрос – дадут ли вам кредит после банкротства? На этот вопрос существует очень много мифов и споров, однако все это больше про напугать и отговорить от процедуры банкротства. Да, безусловно, наличие прохождения процедуры банкротства влияет на ваш кредитный рейтинг, но намного меньше, нежели наличие просрочек или задолженности по вашим кредитным обязательствам. Банки оценивают данную информацию по-разному. Все зависит от внутренней политики. Для кого-то это является негативным фактором, для других же банкротство является гарантией отсутствия у вас финансовой нагрузки, а также отсутствия возможности списания задолженности, что повышает вероятность выполнения вами кредитных обязательств. Но что же делать для того, чтобы улучшить вашу кредитную историю и увеличить ваши шансы на одобрение кредита? Тут рекомендуется оформление небольших кредитов, которые вы сможете быстро и успешно закрыть, в том числе и досрочно. Также увеличивает шанс на одобрение кредита наличие поручителя или залога. Итак, я надеюсь, сегодня я полностью развенчала миф о том, что банкротство погубит вашу кредитную историю, так как на деле шансы получения кредита после прохождения процедуры банкротства намного выше, чем при наличии просроченных задолженностей.